В Ярославской области на 4,2% увеличилось количество автомобилей. Согласно статистике, только за прошлый год жители региона купили 11 тысяч новеньких авто. На сегодняшний день в областном ГИБДД числится порядка 445 тысяч автомобилей. А это значит, что региональная казна пополнилась за счет налогов на авто. А еще автомобилисты заплатили порядка 500 миллионов рублей в качестве штрафов за нарушение ПДД. Региональный бюджет, его доходы и расходы сегодня стали основной темой очередного заседания правительства региона. Разрабатывая главный финансовый документ региона, мы ставили перед собой задачи сделать областной бюджет бездефицитным, социально ориентированным, нацеленным на решение задач, поставленных в послании президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. С задачей мы это исправились. 7,5 миллиардов рублей пополнили казну в качестве федеральной субсидии, а 250 миллионов достались 76-му региону из резервного фонда президента. На эти средства получили жизнь 17 объектов соцсферы. Достроена школа в Тунушне, проведен первый этап реконструкции биатлонного комплекса в Демино и построен межпоселковый водопровод в Данилове. Бюджет у нас бездефицитный. Мы ставим для себя задачу снижения государственного долга по итогам 2018 года уже до уровня 69% к налоговым и неналоговым доходам, то есть эту динамику сохранить. Один из главных поставщиков средств в региональную казну – агропромышленный комплекс, порядка 26% бюджета. В прошлом году Ярославская область произвела 4000 тонн сыра и 2 миллиарда яиц. Но есть и отставание. Из-за плохой погоды сократились показатели по урожаю зерна и картофеля, приходится закупать и многолетние травы. Травы? То есть мы кормовую базу закупаем в других регионах сейчас, да? Есть, к сожалению, да, не такой. 50%. Хотя имеем достаточно существенное количество земель, которые до сих пор еще не в обороте. Да? Вот перекос. Да? Соответственно, надо более активными темпами, Валерий Викторович, вводить землю сельхозназначения в оборот. И эта работа ведется. В планах на первое полугодие 2018 года ввести в оборот порядка 20 тысяч гектаров невостребованных земель. Для сельхозпроизводителей подготовлены субсидии и лизинговые предложения. А сейчас время посевной. К началу весны в регионе все готово. Техника закупается, топливо и семена. В этом году особый акцент будет сделан на выращивании льна. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации поддержало инициативу правительства Ярославской области, что впервые беспрецедентно введены там такие меры государственной поддержки, как компенсация прямых затрат, так называемые капексы, до 50%. Ну а пока фермеры начнут засеивать поля, жители области выйдут на пикники. Впереди майские праздники и особое время для спасателей. С 16 апреля в регионе введен пожароопасный период. Теперь за костры в лесу крупные штрафы. Из-за лесных пожаров в зоне риска находится 60 населенных пунктов и 77 социальных объектов. Светлана Доброхотова, Сергей Мазилов. День в событиях.